Андрей Андреевич, поздравляем со второй победой подряд в переходных матчах. Ну, что скажете по сегодняшней встрече? Да, ну, что сказать. Мы сегодня первую партию не сильно хорошо начали в плане своих ошибок. Допустили их больше, чем Барнаул. И этого не должно быть никак. Мы должны показывать в любом случае, что мы авторитетная команда и не допускать столько брака. А так, все, что было запланировано, мы это сделали. Как тренерскому штабу настроить на матче? Ну, вроде бы разные по силам команды, понятно, но чтобы не расслабляться игроков, какие слова нужно найти? Это самое главное, наверное, сейчас, и когда и в плауте играли, что это тяжело и морально, и психологически. То есть я понимаю ребят, я там тоже был и знаю, как тяжело. Настроить единственный настрой, чтобы выполнить задачу, перед которой нами всеми стоит, остаться в Суперлиге, сохранить прописку и радовать болельщиков дальше и находиться в элитном дивизионе. Последний вопрос сейчас. Поездка у нас в Барнаул. Что-то там может неприятное нас ждать? Как всегда может неприятное ждать. Мяч круглый. Я знаю, что в Барнауле уже будет аншлаг. И болельщики погонят свою команду 100%. Ребята захотят доказать, что они тоже что-то стоят и умеют. А они сегодня показали по первой и второй партии, что они много умеют. И если им этого дать это, то они абсолютно покажут зубы, и нам будет гораздо тяжелее. Все, удачи желаем. Да, спасибо большое.